ответил, что и как, и что список, теперь вы видели расстановку игроков из Португалии, это состав же к ним, что из состава Интера в Ересные игроки, обратите внимание на Интер, на дисквалифицирован Вентола, приходит в себя, отворачивается критиковать Эктор, 13-й Фабио Канава, а это Акцаджо, 22-й Окан, и акция с участием Вьетти, тот своей коронной бьет, но вы видите, как он падает, и хоть стой, хоть падай. 77-й Франческо Кокко, и штрафной удар, навес, наличие игроков составлен, усиливая в центре оборону. Мяч отбивает Дебиаджо. Он будет играть опорный. Его мяч вводит в игру гости. Отбивает мяч. Как вам это нравится? Вот вес, игра головой. Легкое замешательство. Фантастика. Угловой справа будет ствол. Вот так полагаю я. И ему здесь обеспечить прямой. Очень активный игрок в атаке. Удар поворотом. Вот смотрите, Коко, кстати, о котором я только говорил. Передача по диагонали, посмотрите. Надежде принимает этот темп. А вот тот самый удар. Мяч в штрафной площади. Удар с дальней дисплей. А спид бил поворотом. Защиты мы знаем, защиту Солана Дженас. Себе это представляет. Ну, с белами на левом фланге. И финты, и по середину поля, и хавбеком Интера устраивает у своих ворот. Но в этом матче чтобы цепкий защитный. Пас-то хороший, а? Сидит. Хотя, может, игрока хватает и вот этого вот игрока. Опять Кордоба хорошо играет. Правы в линии обороны хозяева поля. И мяч за пределами поля. Это Солана. Впрочем, Ньюкасл мастер угловых. Угол площади ворот Дженас, и вот борьба за мяч. Ну, конечно, тут нарушение про Канаваро. Ну, то, что головы подача и подставлена. Пара даже поаплодировал своему партнеру по обороне. По левому флангу скорость, и Тольдо на перехвате. И он мог вылететь вместе с мячом за. Прошел и Ширер вдоль ворот. Удар, поворот. Он оплошность, конечно, допустили. Но был взят под контроль Белай. Увлекаясь атакой. Нет офсайда. Консесай. Интера. Ньюкасл. Ударом ближний. Мало сил в обороне. Удар. Видите, пас не отдал. Гирин отдыхает. Тольдор и будет чаще подключаться. Барселона решила свои задачи. Многовато брака допускает хозяева поля. Называю на убой. Акан может... Уже оказана помощь. Он может войти в игру. А это... Попало в шоу. И вот Хавьер Занетти пошел вперед. Будет бить поворотный мяч для вратаря. Это не и увидевшего, что его подключение может в управлении Вьери, а тот на конце из игры с тем, чтобы у арбитру лежит игрок. Есть внимание. И вот удар поворотом состоялся. Бобби Робсон. Хороший удар левой у Роберо, но тут... Нет. А вы... Пас в одно касание. Удар поворот. Рядом вратарю не позыдешь. Вот он, видите. Арный перед ним мяч после удара делами. Игрока Интера. Считайте за счет желтой карты. Счет за тот момент, когда Консесай и Дебиаджо там. Навес. Борьба за мяч. Это... Вот он, Дебиаджо. Я так думаю... И на этот раз как здорово и точно. Кстати, и возвращается в оборону. Чисто. Чисто в мяч. Вот там отыграл мяч капитану. Навес. Удар поворотом. Арбитра. Соперников таких моментов.
А это удар Канаваро, поворот такой же вот опасный, как тогда, помните, было на нос. Канаваро. Ой, там было. И вот прострел, и пас вдоль ворот. Где? Занетит. И получите предложение начать с центра. Ширер. Ширер, я же вам говорил. Не сыграл только. И где был защитник? 1-0. Но вы обратили внимание, вот сколько моментов было, как дети видят. Частое явление. Вот смотрите, взорвем трибун. Тержу Консесаю не... Вот так делами. Что-то сказал там. Проигрывает 0-1 после первого. Не, на Мартинс, я вижу, появился в составе. Я этого игрока называл, когда надо будет усиливать. В этом эпизоде, конечно же, два игрока. Серьезнейшую позиционную оказывается в Ере. И наносит один из них на перехвате. Не работает более этой таблицы. И вот навес, и так за Ере. Ну, если там Ширер, то Барселона перед этим туром 10 очков. И только не сыграл, не лучшим образом, не выиграл очка. И вы понимаете прекрасно, что только будет играть. Бросился не за ним. Это Консесаю навесил, а Ньюкасл. Робер посылает, что выходит из ворот. Неудачно играет. Ширер забивает. Все расскажу. Еще добавим. Умение видеть поле. Тут как тут. 2-1. Ширера. 6 мячей в 9 матчах в лиге. Неплохо. Тут как тут. А Тольдо отпускает. И вот посмотрите. Затем. А ударил. Неплохой момент. Создали хозяева поля. Пас в Ере. Будет бить поворотом. Удар. Рик штрафной. И кончиками пальца. Вы посмотрите, едва дотянул. Конечно же, очень много игроков Интера с группы. Блистательно Гивен. Реально Ньюкасл проиграл. Это было пропущено момента, когда ударил Гери. Команда Ширера. Он забил 2 гола. Не правило со стороны Брамбла против Мартенса. 19 марта Байер принимает. Эмре навешивает. Удар головой. Верли больному. Классно. Удар. Тайный прыжок, смотрите, Гивена и не уж. Кордоба Дивьяджо. Там правило. Защитник атакует ворота. Их ничем не остановить. И от Кордоба. Вот этот удар. К тому же, 49-е Ширер. 60... И смягчит слегка. Тольдо. Хозяин. Конечно, белыми, посмотрите. Халту. За симуляцию. Упал еще раньше. Хороший бьет, а? Канава. Ширер бьет выше. Ширер можно и махнуть. Ширер, тот ему перепутал с мячом, схлопотал от Кордо. Хорошо, Занетти подключается, уйдет вперед, пас назад! Гивен. И опять Занетти, потарь, в Ере. Это игрок Ньюкасла. Выбил мяч за пределы поля. Страдает. Корпус. Корпус ставь. Ставь. Сразу компьютер. Тогда, если не было нарушения. Канаваро. Удар. Повернул и отбил мяч. А потом удар поворотом. Широв. Белами. Бьет поворотом. Белами. Вот видите как. В обвод. Хороший удар для вратаря. Навес. Удар, поворот. Такого рода эпизод. Вот смотрите. Кордоба. Не удел. Еще там. Пас направо Консесаю. Тут в одно касание сразу.
на этом рампу. Не дотянулся. Удар поворотом. Яджо. И удар не получил. Все к тому же. Так, сбоку. В какой ситуации? Ну-ка. Удар поворотом. Тяни наш Кондолери. Эктор Купер. Может быть, даже кого-то и задел. Что-то слабенький ударчик. Где нас на него отдал точный пас. И последовал удар головой. Получает пас от партнера. После того, как ему об этом не момент нормально. Я, судья, назначает свободу. Достигла нервная такая ситуация.